Всем привет, 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 привет! Это снова я и опять мои закупочки, находочки. Ну, в общем, разное. Начнем с швейных дел. Я собралась шить рюкзак себе. И, в общем-то, у меня не было шнура, который бы я могла вставить в лямочки. И я заказала себе на Алиэкспресс вот такой зеленый красивый цвет. Ну, потому что он мне подойдет для любой ткани, которую я выберу. Я еще не определилась, из чего я буду шить. Но, в общем-то, этот мне подойдет. Здесь 5 ярдов. Ну, почти 5 метров. И ширина его 2 сантиметра. Вот это 2 сантиметра. В общем, вот такая вот лента. Она, не знаю, пишет хлопок. Ну, мне, в принципе, по большому счету, все равно. Ну, и еще о швейных делах. Я заказала себе вот такие инструменты для того, чтобы делать косую бейку. То есть сюда вот вводится ткань, вот в эту ее часть, вводится ткань, косая полоска. Здесь она сворачивается, и ее нужно утюжком закрепить, и можно использовать. В общем, здесь вот 4 размера. Я брала целый набор. 12, 18, 25, и здесь у нас 6. В общем, короче, вот такие штучки. Я очень довольна, потому что косую бейку здесь купить нельзя. Нигде здесь не видела. Может быть, там в больших городах есть где ее купить. Но здесь у нас в Сагунто я ее не видела. В общем, так что теперь у меня есть такое приспособление. Так, следующее. Я покупала вот такой красивый брелочек. Я рассказывала, у меня здесь не было 2 камушков. Я его покупала уже без камушков. Это я брала в примарке. Вот такой красивый Микки Маус с буквой L. Там был один. А здесь вот это Дисней, все как положено. Но 2 камушков не было. Но я сюда вклеила 2 циркончика. Красненький и желтенький. Ну, я думаю, они неплохо смотрятся. Красненький по центру. Здесь, ну, желтенький такой цвет шампань. Здесь более розовый. Ну, ничего. Все равно смотрится хорошо. Вот. Ну и вот для того, чтобы цеплять его на сумку, я покупала у китайца вот такой набор вот этих вот таких больших карабинов. Их было 2. Один я уже использовала, а один вот еще остался. Вот такой у меня получился брелочек на сумочку. Цепочку я добавила, потому что колечко крепилось вот прям непосредственно вот так оно было. Ну, мне это было очень неудобно, поэтому цепочку я добавила. Так, что у нас тут еще с Алиэкспресс? Я на Алиэкспресс заказывала вот такие шапки. Но продавец мне прислал не те и деньги вернул. Я заказывала темные фурнитуры, а мне пришли вот такие стальные. А я заказывала вот такой темной фурнитуры. Значит, я купила замочки вот такие крупные, темные. И замочки вот такие светленькие, серебро. Вот, я такие замки очень люблю. Они для меня очень удобные. Вот, для тех, у кого есть ногти, они меня поймут. То есть его очень просто застегивать, расстегивать. Не надо мучиться, как с этими малюсенькими. В общем, вот так. Что еще? Значит, еще на Алиэкспресс я заказала вот такие шапочки. Я тоже очень люблю такие шапочки. Они маленькие, незаметные, но классные. Вот такие крошечные цветочки. В этот раз я заказала в цвете сталь. Так, и еще, я их еще не распечатывала, но тут в принципе смотреть особо нечего. Просто маленькие шапочки в виде цветочков, ну, темной фурнитуры. Потому что у меня нет ни одной шапочки темненькой фурнитуры. Это что касаемо Алиэкспресс. Так, дальше. Фурнитуры я имею в виду. И китайца. Дальше. Заказывала я вот такие бусинки. Вот такие маленькие. Это написано было янтарь. Ну, в общем-то, это просто стекло. Такого цвета янтарного. Вот, это 4 миллиметра. Вот такие бусики я уже покупала. Я их уже использовала. Но еще давно покупала. В Швеции я их использовала. Я делала себе украшения с этими бусами из такого тоже лунного камня, из такого опала. Тоже 4 миллиметра.
Этот не помню. Он, по-моему, был другого цвета. Мне пришел черный, но я заказывала какого-то другого цвета. Не понимаю, почему. Не понимаю, почему пришел черный. Ну, в общем-то, ладно уж. Какой пришел, такой пришел. Так, и вот такой белый. Честно говоря, я даже уже не помню, как называется этот белый камень. Не, ну это же закон подлости. Ну вот тихо было, хорошо. Вот сегодня у нас первый теплый день такой. Сегодня начало февраля. Вот солнечный. Я открыла окно, чтобы погреть квартиру. Ну вот они разъездились, прям невозможно ничего делать. В общем, вот такие бусики мне пригодятся. Вот. Дальше я заказала еще вот такие бусы. Здесь у нас три ниточки 6 миллиметров. И потом две я заказывала в одном магазине, а одну в другом. Сейчас тут даже уже не разберусь, где какие. Тут какие-то есть длиннее, какие-то есть короче. Вот. Да, значит, вот. Вот эти две я заказывала в одном магазине. А вот эту я заказывала в другом магазине. Ну, они, в принципе, одинаковые. И еще я заказала, это у нас были 6 миллиметров, это у нас 8, вот я возьму для сравнения. Это у нас ниточка 8 миллиметров, а это у нас ниточка 10 миллиметров. Ну, то есть, я думаю, можно будет что-то из этого сделать. Я не люблю этот турквинит, но цвет хороший, материал натуральный. Ну, и они были недорогие, поэтому я уж так заказала. Будем что-то креативить из этого дела. Так, ну все, с Алиэкспресса мы закончили полностью. Да, от китайца еще не показала. Я купила вот такие бусины. Вот такая типа имитация камня. Вот были бы такие красные, была бы красивая имитация коралла. Но были только оранжевые, тут только одна упаковочка. И здесь у нас 2, 4, 6, 7 штучек всего-навсего. Вот. Ну, это вот от китайца. Дальше барахолка. Купила я вот такие браслеты. Вот, кстати, один раз был большой выбор, я купила несколько. Думала, докуплю, но докупить не случилось. В общем, купила, что было. Вот таких два браслета я докупила. Вот этот мне понравился. Тут по 4 бусины каждого цвета. Это очень хорошо. Купила вот такой очень красивый цвет здесь. Просто потрясающий. Очень-очень мне нравится. Такое сочетание цветов у меня такого нет. И купила еще вот такие браслеты маленькие. Вот. Таких браслетов еще не было. Они непрозрачные, они не такие. Вот как этот, да, вот этот такой прозрачненький. На эти такие более... Как это называется? Забеленные. В общем, вот такие браслеты, их было 4 штуки. Вот я все 4 взяла. И вот один вот такой браслетик. Тоже здесь такое интересное сочетание цветов. В общем, я его взяла. Серый, розовый. Даже не розовый, а какой-то такой розово-сальмоновый. И желтенький такой разных цветов. Вот такой браслет. Разноцветный. У меня уже где-то есть такой один. Это бусины 8 миллиметров. Так, это все, что я покупала на рынке. А остальное... Это все, что мне повезло найти. Вот. Я нашла вот такой красивый кулон. Была бы здесь еще внизу дырочка. Можно было бы считать его коннектором. Нашла вот такую красивую штуку. Вот. Она мне подойдет для моих вот этих вот дел. Можно будет ее вставить или в браслет, или в бусы. Вот. Вот такая штуковина. Тут есть где зацепиться. Тут есть отверстие. Вот такая вот штуковина сзади, она вот такая. Я не знаю, что это было. Понятия не имею, но мне повезло. Нашла вот такую бусину. Нашла вот такую штучку. Я подозреваю, что это пуговица, но она может выступить коннектором. Вот если, допустим, нужно соединить бусы, галстук, она может выступить замечательным коннектором. Так, нашла. Вот такой красивый шар, такой сиренево-голубой. Он как раз подходит вот для моих вот этих вот, для вот этих бусин. Просто вообще обалденно подходит. Тут еще и красная, такая вот, ну, прослоечка такая, как ниточка идет красная. Очень красивый браслет. Так, нашла вот такой глаз.
Он, правда, немножко покоцанный, не знаю, буду использовать или нет, но взяла. Как же не взять, когда валяется на полу? Вот. Такая силиконовая бусина. Я так понимаю, это для того, чтобы дети грызли прорезыватель для зубов. Ну, короче, вот такая силиконовая бусина. Но для меня это антистресс. Я их страшно люблю. Вот, что мне еще повезло. Видно, рассыпался браслет. Вот, и я ходила там полчаса, выискивала вот эти бусины. Вот такие белые бусины, стекло. А может быть, это даже и не стекло, не знаю. Вот, вот они, видно, полосочки. Может, это какой-то агат. Скорее всего, потому что вот даже есть какие-то... Здесь трабл видела. Ну ладно, неважно. Может быть, это даже какой-то натуральный камень, не знаю. Вот, здесь их 19 штук. Ну, на браслет, конечно, идет больше, все я не нашла. Но здесь 19 вот таких прекрасных бусин 4 миллиметра. Очень они мне понравились. Люди, наверное, думали, что какая-то сумасшедшая ходит, смотрит, заглядывает между плитками, что-то там ищет. Ну, в общем, кто ищет, тот найдет. Нашла. Так, и отдали мне футболочку для моих нужд. Вот, она была вышита вот такими бусиками, бусинками. Ну, бусинки я, конечно, срезала. Ну, в общем, вот такой у меня сегодня был обзор покупочек, находочек, заказиков. Я довольна. И еще хотела что сказать. Ну, вот я здесь разбирала вещи, резала сарафаны. Это были сарафаны вот с этими черными колечками. Я из них сделала чехлы для елок. У меня же много елок. Один чехол был, а два чехла мне пришлось еще изобрести. Вот. И я срезала, там были лямочки, и я срезала вот эти вот колечки. И вот один был сарафанчик, который я подружке моей переделывала. Лямочки остались, и остались вот эти штучки. И я подумала, что их можно сохранить и использовать вот как вот для вот таких замков. Вот замок здесь большой, вот, и использовать их в качестве колечка, оно неразъемное. И что я сейчас заметила, вот я сейчас открыла замок, обратите внимание, что я там заметила ржавчину. Ну, конечно же, я уже ничего писать продавцу не буду, уже все сроки прошли, ну и из-за одного замочка писать не буду. Ну, в общем, вот такое у меня получилось изобретение. Ну все, всем большое спасибо за просмотр, всем желаю всего самого-самого наилучшего, надеюсь, вам понравилось, надеюсь, вы что-нибудь мне напишете. Ну все, всем пока-пока-пока-пока.